Банк развития БРИКС начал работу в Шанхае. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В группу стран входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Первое заседание Совета управляющих нового банка развития, созданного странами БРИКС в июле 2014 года, прошло в Уфе. Первым президентом банка стал представитель Индии. Штаб-квартира организации будет располагаться в Китае. Объем оплачиваемого капитала составит 10 миллиардов долларов. Взнос каждой из пяти стран составит 2 миллиарда долларов. Впоследствии, в случае необходимости, он может быть увеличен на 40 миллиардов долларов. Планка максимальная. Минимально возможного капитала установлено на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.